В России открыты огромные перспективы для разработки и внедрения зеленых технологий, в то время как во многих странах Европы потенциал развития экологичной экономики почти исчерпан. Наша компания существует уже более 10 лет, и все эти годы мы занимаемся разработкой и производством преобразовательной техники. В первую очередь это источники бесперебойного питания, инвертора для сетевой солнечной энергетики, производством электрозарядок. Это и медленные зарядки, и в столбике, и внутри столба освещения, и на стене. Это и быстрые зарядки, которые заряжают автомобили за минуты, а не за часы, как медленные. Отечественные компании уже располагают технологиями, способными сделать нашу промышленность и инфраструктуру эффективнее и инновационнее.